Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня начнем, так сказать, нашу эпопею с Грумоли. Достаточно сильный персонаж стал после последнего патча. Как раз сложный бой подзавезли буквально минуту назад. Отправимся в них. Поставлю на него сборочку такую, знаете, чтобы было много урона. По поводу вот около адреналина не знаю, стоит ли его брать. Возможно, будут проблемы в сложных боях с регеном. Но... пусть лучше будет он, наверное, хотя кенгру достаточно мобильный, может увернуться. Вот сложно выбрать, хочется зубы вампира взять, чтобы отхиливаться, если что. Ну ладно, пусть будет укол адреналина, возможно, затащим на скеле, а возможно нет. Ну и погнали. Кенгру, в принципе, после патча стал достаточно сильным. Ну, как бы все дальники стали сильными. Я вот, кстати, думал, что наоборот, ближники будут очень сильны. Но оказалась такая штука, что дальники прям, ну, очень жесткие, ну, прям слов нету. И тот же Брюс, на котором я сейчас играю, Бак подтверждают эти моменты. Хоть каким бы ты ни был там сильным ближником, дальники тебя просто развалят. К сожалению или к счастью. Какой-то детский здесь Никс ходит. Джоуи, кстати, у меня еще... ну, не Джоуи, прям первобытного инстинкта у меня еще нету. С первобытным инстинктом я бы себе мог позволить пожестче отыгрывать на кенгру. Потому что он там прям имбой становится конкретный. Так, ну сейчас за Джейд побегаем. Точнее, за Никсом. Так. Какие вороты. Никс, что ты такой дерзкий? Пищ. Так, хилимся. Хамелеш, ты ж не можешь притянуть сразу несколько вещей. Ты ж знаешь это, да? Нет, не знает. Там еще кто-то был, интересно, кто это был. Ага, еще один Никс. Что-то Никсов здесь седьмых уровней очень много. Как-то не ожидал. Быстро очень баланс сдвинулся у нас, как вы видите. На 1050 рейтинга такие низкие уровни попадаются. То ли все прокачались, то ли я слишком медленный. Ну вот, да. А как же у меня так с меткостью все хорошо? Не, ну вы посмотрите, а. У меня просто слов нету. Не, ну Никса, наверное, не догоню. Слишком шустрый. Нужно будет ловить, значит. В идеале, конечно, сейчас сыграть немножко на убийство. Там, хамелеон с ником игрок. Вот это жестко. Неожиданно. Ладно. Погнали, короче, убьем, наверное, этого Никса. Он уже подумал, что я, ну, что я убежал и расслабился. А тут я бац такой. И опа. Ну ладно, другого Никса убьем. Ну конечно. Фух, ну хотя бы этого убил. Конечно, немножко было напряжно. Опа, хамелеон сзади. А ну-ка, выходи. Не вышел, ладно. Опа, там лут хороший лежит, надо взять. Блин, копьёсь легендарное. Ну, конечно, Джоуи бьет серебро, а чё ему? О, ну вы видели, да? Нормально? Как вам? Как вам, я на месте прыгаю? Красиво? На тебе, гранатка. Не ожидал, наверное, хамелёш. А, ну, ладно, понял, принял. Странно очень себя ведет хамелеш. Тут Генри еще летает, кстати. А у меня проблема серьезная прям. Надо хилиться. Вот видите, вот сейчас теперь мне не хватает зубов вампира, которые мне должны были быть. Пыщ. Ну опять же, впритык хамелеону, используя копье, попал? Нет. Почему? Потому что такая игра. Очень интересная игра. Впритык хамелеону, используешь копье? Да вы достали меня уже. Они меня бьют на каком-то рандоме, я в них попасть не могу, понимаете, прикол? Да как ты это делаешь? Если хамелеон, походу, успел забрать, да? Ну да, хамелеон успел забрать. Я сейчас не знаю, как мне Лиззи убить. С этим у меня сейчас большие проблемы. Почему? Потому что... а, Лиззи только осталась. Ну она хилиться будет. Мне нужно ее прям шотнуть. Понимаете, в чем прикол? Ну да. Что я сделал? Что я... мне просто нужно было стоять и кидать гранату. Что я... ой, нет слов. Нет слов просто про мой... ай, уровень игры. Ладно. Это был топ-1. Вот опять же, не хватило мне. Ну блин. Ожидал я одной игры, получилась другая игра. Ожидал я сильных уровней, и против меня вылезли какие-то седьмые. И как это? И вот зачем мне против седьмых уровней и пол адреналина? Я бы зубами вампира тут такой с ним мог позволять делать. Ладно, давайте зубы тогда возьмем. С ними поиграем.
Вот есть супер предложение, конечно, это да. Так, ну теперь точно топ-1 возьмем. Кстати. Я же вам новости не рассказал. Да, я же, блин, офигеть какой. Ладно. Я надеюсь, после этой катки вам их расскажу. Надеюсь. Ну, если что, в следующем видео как-нибудь. Ай, как мне везет. Сейчас ботик меня продамажит. Нет, не продамажил, повезло. Интересно, Джоуи вылезет? Ого-го, смотрите, от КД сейчас вылез. Так, у тебя есть гранатка, ну мы гранатку потом возьмем. Сначала аптечку. Джоуи, конечно, не берет гранату. Зачем? Можно поставить, просто ничего не делать. О, Генри здесь летает какой-то. Под кофе. Нет, стоп, то не Генри под... Ё-моё, что там происходит? Надо аккуратненько себя вести. Ой, сейчас, походу, я отъеду. Опа, мой кенгуру взял аптечку. Ха-ха-ха, Джоуи. Хитрец. Ну, а вот, что-то у дробовиком. Бери. Ну, капец, ну вот что у меня все криво летит? О, капец, как мне эта кривизна бесит. И с дробовиком проблему кенгуру какие-то, серьезно, посмотрите на это. Что это такое? Что это такое? Генри до сих пор летает, если что, я сразу нажимаю прыжок. Да, немножко я, короче, повременил неправильно с прыжком. Не получилось шотнуть. Да что ж им так везет? Все, убиваем этого. Отлично. Тут и лута хорошо. Наконец-то дробовик пожестче. Фух. Это же норм. Ну, посмотрите на эту длину, ну что это такое? О, боже мой, какой... А, ну, бачка-люб, да. Кто бы ожидал. Сейчас бы на акуле сидеть в кустах. Бачка-люби, да. Понимаю. Типичный акул, да? Осуждаю. Осуждаю акулов, с которой играть через инструменты. Генри, не выделайся, я же слышу тебя. Хотя он может подкрасться незаметно, но я выйду на открытое место, если мне будет проще здесь играть, наверное. Опять же, не точно, а вот тут Никс. Будем Никса убивать? Интересно. Интересно, сможем ли, да? Пыщ. Так, надо аккуратненько с Никсом. Да в смысле? Что за прикол? Что это было? Что за это за Никс такой? Уже ощущение, знаете, такие, что нужно косточку брать. Вторую катку, кстати, подряд легендарный копье. Спидение не думаю. Бочка какая-то на краю стоит. Беспаливная. Ну да, беспаливная все-таки. Противники, конечно, не палятся. Домой. А это хорошо, что ты прибежал ко мне. Кстати, меня вот прикалывает иногда Джоуи, он берет что-нибудь. Да? О, бочка, ну да. Друг Генри. Друзьяшки. Минус одна друзьяшка, да? Все. Домой. Генри, домой, да? И ты тоже пойдешь домой. Друзьяшки, Генри. Забираем эту. И убиваем эту. Все. Чего они все под купол залезли в этот момент, а? Чего нельзя было в кустах там где-то постоять? Вот странные. То в кустах стоят, то лезут все на меня. Опять же, вот эти двое челиков, которые решили объединиться. Молодцы, да, молодцы, да. В командные бои играть не будем, зато будем в соло-боях объединяться, да. И логично же, да? Ну да. Ну им это очень сильно помогло, как вы заметили, да? Конечно, Джейд под конец что-то забежало, было не очень приятно, но... Что есть, то есть. Ладно, сундучок залутали, кстати, надо бы его открыть. 4000 монеток. Кстати, открывал недавно бронзовый, выпало 3500 монеток. Итак, по поводу новостей, да, все-таки вспомнил я про них. Добавили скин на Яру, наконец-то, да, спустя неделю, если не больше, да. Выкатили скин на Яру, называется Blues Yara, да, 250 гемов. До 22 августа его нельзя будет получить, кроме как покупать, ну, купить. После 22 августа за боевой пропуск можно будет вытянуть его вот здесь, да, вот здесь вот и в конце. Это после 22 августа. Итак, еще один момент. Пофиксили обуз бицепсов. Ну как пофиксили? Разрабы убрали снизу вот такую вот штучку, с которой падают бицепсы. Пофиксили ли они бицепсы в верхней штучке, я не знаю. Будем чекать, посмотрим. Но скорее всего не фиксили, типа, ну, буст для тех, кто покупает премиум, наверное, такое ставили. А может и нет, посмотрим. В будущем, я так надеюсь. Кстати, их тут очень много дают, как вы заметили сверху. Обидно даже.
Да, блин, была одна штучка в нижней строке для бесплатного варианта, и ту зажали. Вот, разработчики, капец. Там одни бицепсы в две недели вытягиваешь, и то им жадно. Ну да ладно, что есть, то есть. Ладно, ребятки, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Вот такой вот Кенгуру Молли, в принципе, очень сильный персонаж. Теперь он стал, Боба Молотова все-таки решает. Тейтерный гранат и радиуса, в общем, имба, как говорится. На все, не болейте, не скучайте, всем пока-пока.